Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы рассмотрим дуа, когда причиняется вред и ущерб. В таких случаях мы должны произнести бисмиллахи рахмани рахим. Аса раббуна ан юбдиляна хайран минха, инна иля раббина рахибун. То есть мы говорим: возможно, Господь наш заменит нам это чем-то лучшим. Поистине мы к Господу нашему устремляемся. Повторим еще раз дуа. Аса раббуна ан юбдиляна хайран минха, инна иля раббина рахибун. Уважаемые братья и сестры, никогда не забывайте об Аллахе Субханаху ва Тааля и стремитесь к Нему, стремитесь своими благими делами, хорошими поступками, словами, иншаллах. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля также в другом аяте Корана сказал: совершайте благие дела, за это Аллах воздаст нам еще большими благами. И будьте благодарны Аллаху Субханаху ва Тааля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.